Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами я, Михаил, и продолжаем проходить Real Steel. Так, Rockstar на 100% здоров, то есть это робот, который я создал, по-моему, создал, не переделал, я уже просто запутался в них. Посмотрите, сколько их. А, да, создал, получается, новый робот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Я думал, семь почему-то. Семь — это у нас еще один остался. В общем, так. В прошлый раз я бился, по-моему, с Майдасом. Ну, то есть и другие бойцы, да, прошел их. Тяжеловато было. Сейчас будет Noisy Boy. Потом будет Vincitis и Зевс. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, какой у меня боевой рейтинг, а вот уже узнал. Боевой рейтинг у меня маленький. Выглядит, кстати, он зловеще на самом деле. Если бы его еще раскрасить, было бы еще интереснее. Ну ладно. Так, 6 побед, 2 поражения. Отлично. И такой вот против нас Флюкс Кор. Блин, ну не знаю, посмотрим сейчас. Могу ли я его победить вообще? А, да, наверное, смогу. Раз ударил так сильно, значит, он не сможет выстоять. Ух ты, какие руки быстрые. Выстоять мои силушки. Опа! И вот такие простые удары. Такие вот незаурядные, скажем. А, понизу, ну-ка. Нет, какой-то другой удар получился. А, вот так, если. И еще один раз попасть. Нет, еще тогда. Блин. Выносливость подвела. Ладно, уворачиваемся пока. Ух ты, карате. Ну, братан, сейчас я тебя буду бить. Да, один удар и все. И спать. Конечно, скажем, скорость-то у него подводит. А по силе ударов, в принципе, нормально. Но если попадет какой-нибудь скоростной робот, то, я думаю, ему не жить. Мне не жить, да? Рокстар. Опа! В общем, вот так вот буду. Вот этот удар вообще на самом деле смешной. Смотрите, он как. Вперед ногой, вперед рукой. Опа! Слушайте, а у того жизни-то нету. Ух ты, скотина такая. А если так. Так, выносливость сразу. Копим. А ну-ка, другой удар. А вот такой, да. А вот это я зря, наверное. Нет, не зря. По корпусу пробил. В принципе, я говорю, проблема не доставил мне. Так. Встанет он, не встанет? Мне кажется, встанет. Встанет. И последний... Нет. Я скажу, последний удар. Нет, не последний еще, смотрите. Да что такое-то? А если апперкотом? Да блин. Смотрите, какой урон нанес мне. Нормально. Отконец-то решил повоевать. Ладненько. Так. Держим планку. Фу. Встал еще раз. Я уже думал, не встанет. На самом деле, молодец. Так, если так вот его побить. Ах ты, смотрите, напоролся на удар. Руки свесил, все, как сопля стал. Ну ладно. Сейчас я его все-таки уделаю. О, нет. В блок, не пробил. Так, ох ты, какой ударчик получился. Хотя замах был долгий. Так. Поднимется, куда он денется. А, нет, сейчас нет. Сейчас я уже забыл, что это третий раз он поднимался, четвертый вряд ли. Хотя даже в прошлый раз я уже думал, все упадет. Заигрываюсь. Так. Кувалда, блин. Ну, можно будет, пока его не ремонтировать, в принципе. Еще бой попробовать без ремонта. Потому что у нас боевой рейтинг сразу теряется. Так.
Я уже забыл, как он выглядит. А, он похож на меня, да. Жаль, я не прокачал своего, потому что сейчас, я думаю, будет проигрыш. Однозначно. Rockstar. Rockstar. Ага. Интересно название, на самом деле. И не я его придумал, а подписчик мне написал. Ну, в принципе, устраивает. Даже очень. А вот. Только непривычно, потому что Rockstar-то это компания, которая выпускает игры, а тут название робота. Оп-оп. Оп. Попади. Попадает, смотрите. Но ударчик у него, конечно, серьезный. Блин, и он не устает почему-то. А вот так, если. Оп, а этот удар лишний был. Ладненько. Немножко приняли на себя. Еще давай, бей, скотина, не хочет. Ладно, опрокинем его. Точно? Слушайте, легко справляюсь. На самом деле, думал, сложнее было. 10 секунд осталось. Раунд прошел. Я не понял, раунд по 2 минуты, что ли? По-моему. Короткий раунд, короткий. Хопс. Чиним руку. А он делает силу удара, да? Ну да. Ладно, пофигу. Мы его и так сломаем. Поехали. Ага. Смотри, что он с моей рукой сделал. Скотина. Надо его побеждать. Хотя я его даже одной рукой, наверное, выиграю. Отличненько. А если так, по корпусу. Зацепил неплохо. Да что такое-то? А вот оно, счастье-то пришло, да? Так, нет. Вот так будем драться. И бум, и все. Даже со сломанной рукой можно, в принципе. Хотя он мне может сейчас и вторую руку отломать. На самом деле. Так. И поехали. Давай его отправим на пенсию. Давай. Отлично. Но смотрите, у него даже не пожелтело ничего. А мне надо как-то... Так, не понял. А, да, все правильно. Мне надо как-то его успевать добивать. Потому что сила в руке, прочность, скажем, кончается. Еще и промахнулся, бог ты мой. Смотри, что творит, а. А мне же еще и бить надо. Оп. А если так? Парировал. Еще давай. Смотрите, не хочет проиграть. Ладно. Пару ударов осталось буквально. Видите, потому что он у меня медленный. Опа. Медленный. И ничего не получается, скажем, опередить его этими ударами. И вот получаю по загривку. Опа. Ладно. Ох, один удар, все. Па-бам. Сейчас надо его починить, а можно лучше. А, это получается у нас мир номер 3. Можно, в принципе, его тоже прокачать до 3 уровня. О, смотрите, раунд опять прошел. Быстро. Так, ну что, опять руку чиним. А ему пофигу, он силу опять свою возвысил. Что там, третий, да, раунд? Четвертый уже, да. Четвертый. Минута даже. Я и думаю, какие-то они короткие. Все, на этот раз ты не успеешь встать. А если успеет, то, блин. Скорее всего, мне надо бояться, что у меня последняя рука, а тут вторая. Вот, если он ее оторвет, то все, я проиграю. А, он не встанет. Отлично. Лежать. Бу-бум. Окей. Так, а вот теперь мне надо его починить. Для начала. Пам-пам-пам-пам-пам. Починим.
Ну давайте. Так. Еще попробуем бой. Где он там? Призма. Призма — это быстрый боец. Я даже его не прокачивал на этот раз. Угу. Покажите мне. Белый, по-моему, да? Угу. Ну, в принципе, если попаду, то попаду. А если он будет меня бить, то он серийно будет бить. Так что... посмотрим. Крут, конечно, крут. Чемпион. Пам-парам-парам-парам-пам-пам-пам. И вот такие вот удары. А у него-то скоростные удары. Смотрите, он меня даже не то что в кулаках обгоняет, он еще и убегает, и потом бьет. Ух ты! Шикарно, и я продул этот момент, да? Ну ладно. Все. Кончилось мое счастье. Опа. Ах ты. Смотрите, что творит. Двоечку сделал. Неплохо. Пускай он выдохнется. А я думаю, он выдохнется. А если по корпусу? Ох, отлично. Один удар все-таки он не попал по нему. Ну ладно. Главное, свалил. Свалил на ринг. Ну что? Опс. Встал, отличненько. А тут уже раунд 2 минуты идет. О, блях, ух. Сейчас он мне харакири сделает. Опа. Устал. Теперь бьем его. Вот так, потихонечку. И сваливаем. Ну, думаю, будет проблема только с нозибоем, оказывается. А с этим без проблем. Легко. Он, получается, у меня уровня 2 прокачан. О, смотрите, уже все упал. А как бы я заметил, что с каждым уровнем, то есть если вы на первом бьетесь уровне, вам первого хватает прокачки уровня запчастей. Ну а если вас забрасывает на третий, вы по запчастям до сих пор на первом не вывести. В общем, пока вывожу. Так, по запчастям я на 2 как бы уровне. Левел 2 у меня прокачка. Бьюсь я с бойцами 3. О, извиняюсь, не как он куда-то поехал. Па-бам, прижмем его. И поехали. Ну что, посмотрим, смогу ли ему что-то. Я не посмотрел у него рейтинг боевой, но всяко больше, чем у него. Наверное, рейтинг там по 3000, наверное. Смотрите, сколько у него жизни мало ушло. Опа. Раз, два. И вот так. Слушайте, мне показалось, как будто он у нас локтя бьет. Так, отходим, отходим, отходим. Еще перпотик. Еще можно. Все, наверное, да, уже больше нельзя. Опа, это я зря. Вот это вот можно поймать момент. Ловим и бьем. Ну да, я его здесь победю, скажем так. Пройду этот уровень даже без прокачки. А на следующий уже надо прокачиваться будет. Однозначно. Так, ловит меня, ловит. А если так? Блин, жизнь уходит, но маловато, конечно. В принципе, так и должно. Оп, оп, отходим. Меня опережает скотина. Да что ты? О! Вот и все, свалил. Так, хорошо. О, соседи у меня там буяют, нормально. Аж стены дрожат. Они там ремонт делали, не знаю сейчас. Какие-то не очень соседи. Заехали. Отличненько. Ну вот как-то так. Но я думаю, он встанет. Потому что
и попроще бы эти вставали. А хотя 10 секунд даже пройдут. Нет, он должен встать. А нет, смотрите, продул. Офигеть. Я думаю, еще побьемся. Ну ладно. Ну что ж, друзья, на сегодня тогда я закончу. Вроде было легко. Спасибо всем, кто меня смотрел. Комментируйте. А с вами был Михаил. До скорых встреч. Пока-пока.